Новый цифровой рентгенаппарат отечественного производства отвечает самым последним требованиям. В отличие от своего аналога, он безвреден для организма человека и позволяет за один раз сделать несколько снимков, которые сразу попадают к врачу и сокращают время постановки диагноза. У нас до этого оборудования работало сименское оборудование, которое уже полностью исчерпало свои возможности. И у нас были масса проблем. Почти что каждый месяц останавливалось и начинали ремонт. Естественно, в работе это было очень накладно. Больные ждали, пока мы отремонтируем. И скажу огромные благодарственные слова Министерству здравоохранения Московской области. Изыскали возможности и нам поставили новое отечественное оборудование. Виктор Коломийцев уже успел оценить преимущества нового оборудования. Скорость и качество снимков выше в несколько раз. Сейчас за смену врач принимает до 60 пациентов. Это количество будет увеличено. Руководство лечебного учреждения планирует взять на работу еще одного рентгенолога. Этот аппарат более совершенный, более практичный. Здесь можно сделать распечатку снимка как на рентгеновской пленке, так и на бумажном формате. Новое оборудование позволяет делать не только рентгеновские снимки, но и проводить флюорографическое исследование, которое длится несколько секунд. Затем данные поступают к врачу. Рентгенаппарат установлен за счет средств Министерства здравоохранения Московской области. Это настоящий новогодний подарок для пациентов и докторов. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».